Добрый день, уважаемые друзья, спортсмены, зрители. Продолжается 17-й Кубок России, посвященный памяти заслуженного тренера Советского Союза Виктора Петровича Кузнецова. Представление участников возрастной группы 45-49 лет, весовая категория 62 кг. Юрий Жарков, Московская область. Вячеслав Кулаков, Московская область. Весовая категория 69 кг. Мастер спорта международного класса Андрей Браванов. Весовая категория 77 кг. Владимир Соблуков, Ленинградская область. Александр Никульцев, город Кострома. Сергей Прокопов, город Курск. Фаин Исламбраков, Московская область, город Фаин. Сергей Трокин, город Москва. Весовая категория 85 кг. Мастер спорта Алексей Рочев. Мастера спорта Анатолий Наумов, город Липецк. Мастер спорта Олег Ханяков, город Орел. Мастер спорта Владимир Алексутин, Владимирская область, Владимир. Кандидат мастера спорта Алексей Сидоров, Владимирская область, город Куржач. Мастер спорта Евгений Новиков, Орловская область. И мастер спорта Игорь Каранин, город. Это была весовая категория 94 кг, 105 кг. Мастер спорта Владислав Пармёнов, город Дубна. И мастер спорта Юрий Петухов, Самарская область, город Омель. И супертяжелая весовая категория. Мастер спорта Алексей Никитин, Московская область, Люберцы. Мастер спорта Александр Федулов, Тульская область, Тульская. Кандидат мастера спорта из города Твери Юрий Иванов. Мастер спорта международного класса Игорь Медведев, Московская область, Клин. И кандидат мастера спорта Нашик Завалентина, город Ульяна. Внимание участников. Соревнования будут в две сессии, то есть две подгруппы, очень много участников. Вот по решению главной судейской коллегии в первой подгруппе выступают спортсмены включительно весовой категории 85 и во второй группе 94, 105 и свыше. Сначала спортсмены первой подгруппы выполняют рывок, отдыхают, и за ними выступают спортсмены второй подгруппы. А пока сейчас закончится соревнование, кто желает поехать на СНГ 23-25 ноября этого месяца, город Минск, Беларусь. Подойдете к нему, получите тоже. Второй, кто пожелает поехать на чемпионат Европы следующего года и Олимпийские игры. Тоже следующего года, тоже ко мне подойдет. Иначе будет поздно, если где-то вы ставите и так далее. Все. Минуточку внимания. Первая группа, включительно 85 кг, рвет и толкает без перерыва. Потом начинает выступать 94 и выше. Для того, чтобы не было толкучки в зале, разве что. Все, спасибо, спортсмены. Внесена поправка, я сейчас главным судьей. Thank you.
что время перерыва разрешено. 12 часов в городе Струнино. И мы начинаем вести протокол в возрастной группе 45-49 лет. Вес штанги 58 килограммов. Юрий Жарков, первый протокол. Заявка Юрия Жаркова 62 килограмма. Установите 60 килограммов. Один участник на этот вес. Александр Никульцев. Александр Никульцев, город Кострома, первый подход. Подъем защиты. Заявка Александра Никульцева 65 килограммов. Установите 62 килограмма. Юрий Жирков, Московская область, второй подход. Спортсмен выступает в категории 62 килограмма. Время истекло спортсмена. Неудачный подъем. Других участников нет. На вес 62 килограмма. Юрий Жарков, третий подход. Thank you.
Завершает выступление спортсмен весовой категории 62 кг Юрий Жарков из города Павловского Посада Московской области. Александр Никульцев, Кострома, второй подход. Спортсмен весовой категории 77 кг. Для третьего подхода.
Александр Никульцев завершает выступление весовой категории 77 килограммов. Один участник заявил этот вес — Сергей Прокопов, город Курск. Первый подход.
Заявка Владимира Соколкова, 85 килограммов. Сергей Прокопов, второй подход. Внимание, в разминочном зале спортсмен Вячеслав Кулаков. Пожалуйста, подойдите к столику жюри. Вас приглашают. Сергей Прокопов, третий подход и 2 минуты. Все попытки спортсмена из Курска успешные, и результат 82 в категории 77 килограммов, вешка не 85 килограммов. Готовится Сергей Федотов. Фаэль Исламбратов перезаявил вес на 90 килограммов. Тульская область, первый подход. Заявка Сергея Федотова 90 килограммов. Владимир Соколков, второй подход. Thank you.
7 килограммов без штанга. Владимир Соплуков, третий подход и 2 минуты. Поступила перезаявка от Анатолия Наумова. Он решил стартовать с веса 92 кг. Точный подъем. 90 килограммов я штанги. Фаиль Исламуратов, Московская область, первый подход. Удачный подъем. Первым подходим. Сергей Федотов, второй подход. Исламуратов готовится. Подъем засчитан. Заявка Сергея Федотова 95 килограммов. Фаиль Исламуратов, второй подход.
справиться с начальным весом, то есть транспорт на втором подходе. И заявляете третьего подхода 95 килограммов. 92 килограмма вешта. Три участника заявили этот вес. Готовится Сергей Трокин. Сергей Трокин, город Москва, первый подход. Анатолий Наумов готовится. Заявка Анатолия Наумова 96 килограммов. Один участник на этот вес Олег Хомяков, мастер спорта, город Орел, первый подход. Заявка Олега Хомякова 98 килограммов, вес штанги 95 килограммов. Андрей Бравадов, первый подход. Заявка Андрея Бравадова 100 килограммов. Еще два спортсмена на 95. Сергей Федотов.
третий подход. Удачный подъем. 96 килограммов для штанги. Анатолий Наумов. Второй подход. Олег Хомяков, Орел, второй подход. Напоминаю вам, что перерывы после выступления
рывки не будет, и вы сразу приступите к второму упражнению – толчку. Сергей Дрогин перезаявляет вес в третьем подходе на 100 килограммов. Удачный подъем. 100 килограммов. Подъем засчитан и заявка Андрея на третий подход 105 килограмм. Завершает выступление в категории 77 килограммов мастер спорта из Москвы Сергей Дрогин. Неудачный. 105 килограммов в штанге.
Андрей Прованов, третий подход. Удачный подъем в третьем подходе. Результат Андрея Прованова 100 килограммов. 120 килограммов для штанги. Один участник продолжает выступление. Алексей Ручев. Категория 85 килограммов. Мастер спорта из города Коряжны Архангельской области Алексей Ручев. Первый подход. Удачно стартовал рекордсмен России Алексей Ручев и заявляет вес на 1 килограмм больше рекорда страны категории 85 килограммов 129 килограммов. 128 килограммов Алексей поднял на чемпионате России этого года 24 марта. В обоих упражнениях Алексей рекордсмен, и в толчке ему принадлежит рекорд 153 килограмма, установлен в апреле этого года в Сморгоне на чемпионате Беларуси. Алексей Ручев, второй подход.
России, установлен он в городе Струнино. От третьего подхода Алексей отказался. Установили 75 килограммов. Спортсмены первой подгруппы переходят к вступлению во втором упражнении тяжелоатлетического двоеборья в толчке. Заявка Юрия Жиркова 81 килограмм, 79 установили. Вячеслав Кулаков, второй подход.
Заявка Вячеслава Кулакова, 82 килограмма. Александр Никольцев, Кострома, первый подход. Подъем защиты. 81 килограмм. Заявка Александра Никольцева. 84 килограмма. Юрий Жарков. Второй подход.
внимание участников второй группы перерыва после выступления спортсменов первой подгруппы не будет. Один участник на этот квест – Сергей Прокопов, город Курск, первый подход.
100 килограммов решка. Заявка Сергея Прокопова 100 килограммов. Заявка Владимира Соколкова 105 килограммов. Сергей Прокопов, второй подход. Thank you.
Значит, и подъем 105 килограммов с плеем. Владимир Сапуков, Ленинградская область, второй подход. От третьего подхода Владимир Сапуков отказался. Установите 112 килограммов. Сергей Трокин, город Москва, первый подход. Мастер спорта международного класса из города Москвы Андрей Прованов. Первый подход. Заявка Андрея Дрованова 120 килограммов. Сергей Федотов.
Тульская область, первый подход. Готовится Олег Кривяков. Заявка Сергея Федотова, 120 килограммов. Олег Хомяков, мастер спорта из города Орла, первый подход. Удачное начало. Других участников на вес 115 килограммов нет. Олег Хомяков, второй подход, 2 минуты. Олег Хомяков, третий подход.
вынесли решение в пользу спортсмена, лишь в третьей попытке справился с начальным весом, 116 килограммов установил. Сергей Трохин, Москва, второй подход. Заявка Сергея Трохина 119 килограммов. Установите этот вес. Фаиль Исламратов, Московская область, первый подход. Заявка Фаиля Исламратова 123 килограмма. Сергей Трохин, третий подход. Фаиль Исламратов заявил для второго подхода 126 килограммов. Анатолий Наумов, Липецк, первый подход. Подъем неудачный. Андрей Барабанов, второй подход. Анатолий Наумов готовится.
Заявка Андрея Браванова, 123 килограмма. Анатолий Наумов, второй подход. Заявка Анатолия Наумова, 125 килограмма. Вешки 123 килограмма. Сергей Федотов, Тульская область, второй подход. И завершаем выступлением в мосте города Струнино мастер спорта международного класса из города Москвы, рекордсмен России Андрей Браванов. Победил в категории 69 килограмм. Сергей Федотов, третий подход. Покорились 123 килограмма, Сергей, 125 килограмм. Вы видели, да? Thank you.
126 килограммов установите. Удачи. Второй подходим. Поехали с Муратом. Третий подход. Внимание участников второй подгруппы силовых категорий 94, 105 и свыше 105 килограммов. Ваше выступление начнется сразу же после выступления Алексея Ручева без перерыва. Удачный подъем. 145 килограммов я штанги. Мастер спорта из города Коряжино Архангельской области Алексей Ручев. Первый подход. Удачный подъем. Алексей Ручев, второй подход и 2 минуты.
Что-то не то, говорит Алексей. Еще одна попытка у него есть. Алексей Гручев, третий подход.